Проведем интерактивный эксперимент. Для этого давайте консоль запустим. VirtualBox. Минит. И подключимся к Мининету. Так, значит, давайте uh, сразу проверим Excel's лист. Play. Иду в минус i. X set. Копируем. Ну, вот так вот. Значит, что мы будем делать? У нас есть дисциплина не Мы управляем этими дисциплинами с помощью утилиты TC. Если у нас не тем без всяких опций это просто фифо очередь первый зашел первый вышел значит тут у нас э, мы прописали суду ну это просто значит что это утилита требует рутовых полномочий для своего выполнения соответственно если вы Итак, будете под рутом, то вам суду писать не обязательно. Значит, утилита TC, которая, собственно, работает с очередями. Значит, мы пишем, что мы работаем с дисциплиной очереди, потому что TC имеет более широкий спектр возможностей. Что мы можем с очередями сделать? мы можем добавить, удалить, заменить, изменить и показать дисциплину, которая повешена на интерфейс. Тут у нас, собственно, интерфейс, идентификатор. У нас дисциплина от рута идет. То есть рут это верхняя точка крепления. Мы к руту подключаем дисциплину не тем, -эм, ну и какие-то опции даем на эту дисциплину. Но в первую очередь, конечно, мы должны посмотреть, какие интерфейсы у нас. Но для этого давайте мы запустим. Что у нас есть тут. Вот она запустилась. Контроллер не нужен нам. Ведь в данном случае тоже не нужен. Хост1, хост 2 есть. Итак, у нас берем пока. Значит, if конфиго мы просто увидим, какие есть интерфейсы. У нас Ло это lo back интерфейс. И H1 Ethernet 0. Это Ethernet 0. А H1. И тут if и конфиг. Опять же, loopback интерфейс и интерфейс H2, Ethernet э, 0. Ну и давайте э, первый эксперимент у нас будет, это добавление потери. Ну вот мы 10% потерю будем добавлять. Вот это мы на первый терминал. Дав... Соответственно, будет на первый хост добавляться. Потом мы проверим, что будет потеря 10 а Потом добавим на второй. И опять будем пинговать и посмотрим, что у нас в результате. Вот, добавили. То есть, вот у нас TC э, дисциплину. Добавили на устройство H1 Ethernet 0. Рутовая дисциплина, дисциплина конкретно не тем, и на нее мы поставили а, потери 10%. Ну и после этого мы а, запустим пинг, ну такой а, не быстрый, а, чтобы некая статистика набралась. И давайте пинг 200 раз

чтобы вас не затруднять, а вы, естественно, проводите это а, полностью. Так, у нас завершилось 200 пакетов. Ну да, у нас 10% должно быть потери на 12%. Это как нам Пинк насчитал. О, значит, наверное, нужно попробовать побольше статистику набрать, ну скажем, тысяча пакетов, но ну, вот это мы в воспроизводимом эксперименте сделаем побольше статистику, а тут значит мы давайте ограничимся этим числом. Итак ну, мы же хотели, чтобы и второй хост тоже был на нем. Потеря пакетов. Давайте на нем тоже сделаем. И опять пропингуем. Так, 12 было. Пошел пинг. 1, 2. Ну вот у нас сразу, видим, уже сразу начинает теряться. Третий потерялся. Восьмой потерялся и так далее. Ну, я опять нажму паузу, чтобы в конце посмотреть. Я думаю, где-то в районе 20% потери должны быть. 10 плюс 10 равно 20. Итак, у нас 200 пакетов прошло. И потери 16%. Ну да, тоже можно сказать, около 20. Ну и в конце э, мы э, удалим нашу мы удалим Упс. в этот только так. мы удалим удалим вот тут вот удалим и вот тут вот удалим а, нашу политику удалить интерфейса рутовую политику ну, давайте пропингуем просто так посмотрим как вот Просто пропингуем. Ну, ноль пакетов теряется. Ну вот, мы теперь увидели, что мы можем добавлять возможность потери пакетов. У нас потери терялись. Uh, просто так а теперь uh, мы можем коррелированную коррелированную потерю пакетов сделать то есть как бы uh, гиперболический трафик uh, то есть 50процентная потеря пакетов ну, большая достаточно но uh, такая что uh, Вероятность потери следующего пакета зависит на 50%. Является 50% от вероятности потери предыдущего. Вот такая вот ситуация. Давайте добавим. Ну и включим пинг. Я думаю, тут достаточно есть посмотреть. Потому что 50% потеря. Вот видите, уже сразу 6, 7. Так вот. Вот такая вот Вероятность. Сейчас уже завершится. Так. Ну вот видите, у нас около 50% вероятности, но так что а, распределение вероятности а, зависит от э, вероятности потери предыдущего пакета. То есть у нас не, не являются случайные события независимыми. Ну и в конце давайте уберем такую. Еще раз попробуем. Видите, все пошло, убралась политика интерфейса. Теперь мы можем добавить о, повреждения пакетов. Вот у нас повреждения пакетов, и опять же пропингуем. А нет, тут мы будем вот айперфом смотреть, как проходит у нас. Так, IPRF сервер запустили мы. И э, пинг. У меня не пинг, а IPRF э, с 101 на второй. Вот так вот у нас пошло. Вот у нас, смотрите, у нас раз пакет э, ломается, пакет разрушается, то у нас, э, соответственно, возникает необходимость в повторной э, посылке. И вот у нас э, повторная посылка идет. И э, смотрите, как у нас изменяется. Окно. Оно уменьшается, уменьшается и уменьшается. Вот это вот окно передачи, тем а, больше у нас потеря пакетов а, не восстанавливается. То есть, если бы у нас а, восстановилось и перестало быть работать потеря пакетов, то у нас бы окно восстановилось к исходному. А в данном случае, поскольку потеря пакетов постоянная, то TCP у нас имеет начале достаточно оптимистичные представления о среде передачи и о скорости передачи. Он задает достаточно большое окно перегрузки, но в связи с тем, что пакеты начинают сыпаться, и падают, и падают, в результате он и уменьшает, и уменьшает окно перегрузки. Ну, мы можем этот эксперимент сделать и более длительно, чтобы посмотреть, как ведет себя окно перегрузки. Ну, и опять очищаем дисциплину очереди а тут сервер подключаем и теперь добавим э, переупорядочение пакетов теперь посмотрим как работает переупорядочение пакетов ну, мы помним, у нас есть ли пакеты переупорядочены, то мы ждем, когда они получим сообщение о том, что они дошли. В результате большие задержки возникают. Ну вот вначале давайте посмотрим трафик без переупорядовывание пакетов. Ну вот стандартный трафик, задержка, э, ну вот стабилизировалась достаточно маленькая задержка. А теперь э, включим переупорядовывание пакетов. Значит, э, что у нас тут получается? У нас получается, что 25% пакетов отправляет сразу, а 75% переупорядовывается. и, соответственно, мы будем иметь часть пакетов доходит быстро, то есть те, которые в своем порядке, а те, которые без порядка идут, в те, естественно, с задержкой. Давайте еще раз пинг сделаем. И вот у нас, видите, 10 микросекунд задержка. Потом должны пойти нормально. Потом обратно задержка. А вот видите у нас часть пакетов нормальным временем прошло и часть с задержками. Но, естественно, нужно набрать побольше статистику, чтобы отследить, как это работает. Ну, в результате, давайте очистим политику. И последний у нас это дублирование пакетов будем дублировать 50 процентов пакетов они будут идти флагом э, duplicate. давайте включим дублирование и пинг делаем Вот у нас, видите, дублируются пакеты. Ну да, примерно половина пакетов дублируется. Опять же, нужно статистику набрать. Вот видите, 12, 12, 16, 16, 17, 17 и так далее. Значит, 25 пакетов отправлено 25 получено и 16 э, дубликатов ну и вот таким вот образом э, мы можем формулировать дубликаты пакетов ну и опять же почистим после себя э, все политики чтобы очистить эксперимент ну, на этом можно считать завершенным интерактивный эксперимент.